Всем привет, ребят! И мы с Асей умираем от скуки. Балдеж, балдеж. Супер, я в восторге. Дело в том, что сегодня во сколько? В 10 утра? Десять. У нас отключили электричество. Сейчас 3 часа, почти 4, да, и до сих пор света нет. Соответственно, у нас нет и воды. Я вам уже объясняла, как-то у нас там насос подает воду, а если электричества нет, насос тоже не работает. В общем, мы мучаемся, потому что мы грязные. Я до сих пор не чистила зубы и Ну, хочу хоть это я помыться. успела, Гертруда. Поздравляю. Мы хотели позаниматься с Асей, но мы поняли, что это плохая идея, потому что мы же будем грязны еще больше потом. И типа это не очень вообще все. Так что мы ждем свет. Парадокс в том, что у нас еще и закончилась обычная вода, то есть даже нельзя Да! просто зубы У нас почистить, типа питьевой обычные почти взять. нет, мы ее тоже экономим, потому что надо заказать. Короче, у нас сегодня выжить любой ценой передача. Я хочу единственное поесть. Ты как на это смотришь? Я очень за, но мне, типа, есть грязная посуда, которую нужно помыть, чтобы приготовить поесть, а воды нет. Я могу тебе дать, у меня есть еда, Да, ну это, чтобы не кажется, было бы готовить. неплохо Я только сковородку булгур помыть. сварила. Сковородка, по-моему, моя чистая. Можешь мою взять? Ну, короче, если что, я могу с тобой поделиться. Я только сварила булгур, и там буженина есть. Надо только салат какой-то еще нарезать. А овощи все помыты, поэтому вода нам тоже Но не нужна. правда. Мозг! Короче, да, пойдем поедим, иначе я все. Я начала, кстати, сериал смотреть. Очень прикольный. Какой? Я уже почти досмотрела первый сезон, а там только один пока. Бриджертоны. Бриджитон? Бриджертоны. Да. Крутой. Он Я такой слышала что-то знакомое, про прикольно. принцесс, О. королев, замужество. В основном он про замужество и тяжкую долю женщин в те времена, которым вся жизнь зависела от того, за кого они замуж выйдут. Ну, прикольно. Заставляет задуматься о том, в какое прекрасное время мы живем и как можно чувствовать себя свободной, вне зависимости от пола. Да, так что если вы ищете какой-то новый сериал, Бриджертоны легко смотрится, быстро, и там он пока только один сезон, я почти закончила. Предлагаю пожрать. Я спать хочу из-за того, что у меня света Да, ничего не делаешь. да. Я уже даже думала, типа, пойти просто на улицу выйти погулять. Но я не могу, когда я грязная, Да, хочу я умыться. думала куда-то выйти погулять, а потом у Да. меня жирная голова, я хочу ее помыть, и я такая. О боже, а почему это Просто парадокс в том, что происходит? нас не предупредили, Да. и может быть то, что его и завтра отключат. Его непонятно, сколько дней могут отключать. Просто это очень странно. У нас почти, ну, в прошлом месяце у нас недели две отключали свет. Потом И такими опять. вставками еще пару раз отключали, но по одному дню. Сегодня вообще было неожиданностью. И непонятно, сколько это будет по времени. Так, все, теперь можно и пожрать. Я сварила сегодня булгур, потому что нужен был гарнир. Буженина, которую я готовила вчера во вчерашнем влоге, получилась отменная. Она получилась такая солененькая, не знаю, насколько Ася любит солененькое, Я прям. люблю солененькое. Я буженину люблю, когда она такая, знаешь, прям чувствуется специи, она прям кайфушная вышла. Салатик еще сделали, удобно, что овощи были помыты, соответственно, нам не понадобилась вода. И подливку с буженины, из мешочка, в котором я запекала, я добавила в булгур, должно быть вкусно. Все, приятного аппетита! Спасибо, вы тоже. Спасибо. И там еще коты с нами сидят. Мы с Асюнькой Юрьевной. Ты ж Юрьевна? Ты Юрьевна? Я Юрьевна. Ага. Мы с Асюнькой Юрьевной решили А. идти в магазин, потому что нам очень скучно сидеть дома. Асюнька Поэтому... Юрьевна, меня еще не называли. Видишь, как хорошо быть первой у девушек. Ага. Пойдем в магазин, потому что нам скучно, Асе нужна еда, а мне нужны ватные диски и что-то там я еще хотела. Короче, тоже мне надо в магазин, поэтому прогуляемся. Тем более дома все равно делать нехер, на улице темнеет постепенно. Так что погнали. Я, кстати, надела джинсовку, которую уже 100 лет не ходила. Обожаю ее.
Надо просто постирать. Ну, что такое? Мелочи жизни. Мне тут болючий. Да. А ты? А меня оставила тебя в комнате? Да. Не скатила два болючих прыщика на подбородке. Я еще вчера один дура попыталась выдавить, и теперь болит еще больше. Не давайте прыщи, не надо их давить. Итак! Уже эпизод. Я не помню, как сирень. Он. Сирень. Я просто обожаю сирень. Мама моя тоже любит. Мы отправились в наше пешее путешествие в Нубус. Почти. Да, правда, машины шумят. А можно не ехать, пожалуйста, всем одновременно. Все, сейчас мы закупимся и обратно домой. Какой у нас интересный день. Ладно, кайф. Так, мы с Асей набрали здесь еды. Вот уже нам пробивают тут всю красоту. Потом придем, я вам покажу, что конкретно я взяла. Кстати, рада, потому что нашла цельнозерновые макарончики, такие, как вот типа надо. Попробуем. Ты доволен? Конечно, я довольна. Чего поменьше как-то? Ну, понятно. Ты вспомни, сколько мы в Ашане купили в прошлый раз. Ну, да. У меня там еще еды есть надолго. Повезло тебе. Да. Карты будем. Воду куда ты положила? У меня она в сумке. Маленькая? Да. Да. О, удобно. Мы закончили в магазине. Набрали много всего. У меня вот одна сумка на одном плече, другая сумка на другом плече. И это удобно, потому что у меня свободные руки. Ася тут тащит пакет, правда. Ну, ничего. У меня часть Асиного груза, так что мы справимся. Я говорю, я пока с двумя сумками на плечах. Мне надо идти вот так выпадами. Ножки качать параллельно. Все, скоро будем дома. Купили почти все, что хотели. Мы дома. Так, обзорчик того, что я купила. Только что Ася снимала обзорчик того, что она купила. Теперь я снимаю. Пастила вкусная. Я люблю такой. У меня там уже пол ящика, я еще докупаю все равно. Купила этот дезодорант новый. Первый раз увидела Adidas дезодорант. Вкусно пахнет, я уже попшикалась. Подмыхи одобрили. Ватные диски, грибочки взяла. Очень давно не готовила. А? Ты сказала ватные? Ватные диски. Мне послышалось вафельные диски. А, нет. Ладно. Грибочки я их очень давно не покупала, потому что привыкла готовить без грибов из-за того, что Артём их не любит в еде. Я перестала их использовать просто, а теперь вспомнила, что я же-то люблю грибы, а для Артёма готовить сейчас не надо, поэтому можно покупать. Взяла гель для душа, новый появился какой-то вот этот Марс. Для пяти марсия. Ага, да. Вот с запахом морской соли. Очень вкусно пахнет. Хотя я думала, это вообще не должно пахнуть, но это кайф. Мне понравилось. Дальше у нас вот такие конфетки. Это конфеты из миндаля и меда. Больше в составе ничего нет. Они без сахара. И мне просто интересно, какие они будут на вкус. Я хочу посмотреть, как они выглядят. И если получится, то попробовать даже сделать такие самостоятельно. Потому что и миндаль, и мед у меня есть. Поэтому теоретически это возможно. Две пачечки макарошек. Как я вам сказала, они цельнозерновые. Это для пасты, они не очень дорогие. Поэтому, если увидите, можете тоже покупать. Важно, чтобы макарошки, если вы хотите не толстеть, скажем так, их нужно кушать в меру. И цельнозерновые, потому что они самые нормальные. Взяла вот такие обычные спагетти и такие вот загогулинки. Сейчас пересыплю сюда коробочки себе. И купила две пачечки чипсов, просто чтобы они были, если еще под какой-то фильмец. Я знаю, что это как бы не хорошо, естественно, но мне так спокойнее жить, когда я позволяю себе иногда что-то такое и не ставлю в рамки. По крайней мере, это запеченные чипсы. Они, короче, менее канцерогенные, если можно так сказать. Эти просто с солью вообще норм, а эти с грибами. Вот, и купили воды еще, потому что у нас закончилось. Так, давайте пересыпем вот сюда макароны. У меня, правда, еще тут остались, но ничего. Я поставила камеру, очень опасно, на крышку бутылки. Так, макароны. Добавлю в эту же коробку. Пускай это будет микс, но ничего страшного. Какие забавные.
Они мне похожи на зафобусов? Да. Реально. Такие смешные. Мне интересно, насколько они станут больше, когда их... Я думаю, не намного. Это понятно. Блин, так, чуть-чуть осталось, это ужас перфекциониста. Так. Ужас перфекциониста? Вот этот переход. Ладно. И спагетти. Лайфхак, как открыть. А, только сейчас я уроню камеру, если так открою. Я каждый раз вам показываю этот лайфхак. А ты там, у тебя свободные руки сейчас? Да, сейчас, секунду. Ну, вот так просто должны бахнуть по макаронам. И все. Сейчас. Давай. Мне благодарить за лайфхак. Страшно. Да, ничего, нормально. Оно так бахнуло просто реально. Я видела этот лайфхак, но никогда им не пользовалась. Очень удобно. А что вот так? Как-то получилось не очень. Ой, что-то не так пошло. А как ты сейчас? Не знаю. Так, не дави на меня. Я вообще молчу. Нормально. Все нормально. Это супер. Такие эти баночки есть большие, специально для спагетти, высокие. Да, у меня они есть, но мне с них не очень удобно доставать. У меня просто, знаешь, они на одну сторону типа открываются, они не откручиваются. Ага. А вот эти такие маленькие. Я тоже думала, они очень удобные. Но все равно потом спагетти надо ломать, так что по факту я их, когда варю, все равно ломаю. Та-дам! О! Все. Почти хорошо. Супер! Ю-ху! Вот эти конфеты, которые... Они должны были выглядеть вот так, как отдельные шарики, но, видно, их как-то неправильно хранили, они все слиплись. Я так кусаю. Очень вкусно. Очень вкусно. Подтверждаю. Но это действительно очень похоже на марципан, но чувствуется, что здесь только миндаль и мед. Ой, очень классно. Буду такое покупать. Конечно, было прикольно попробовать сделать. Мне так впадло. На самом деле прикольно, типа за раз, знаешь, за вечер стать наделать разных. Мама моя так делает почти каждый вечер, реально. Она еще делает глазурь из какао, вот этого полезного, которое. И прям глазурь их, типа, это охлаждает. Ничего себе, это прям так. Класс, я довольна. Так, мы закончили там на кухне все наши дела. Ася даже уже пошла помылась, я еще не мылась. Я решила, что я помоюсь потом уже перед сном прямо, потому что мне впадло. Вкусненькие? Да? Ага. Конечно. Охо. И мы сейчас будем смотреть «Железного человека». Ася выразила желание познакомиться ближе с вселенной Марвел, потому что она обычно так предвзято к супергероям относилась, но я сказала, что возможно... Ты уже говоришь «относилась». Да, я уже знаю. Это же, ну, это невозможно отрицать, невозможно просто. Я не знаю, кем надо быть, чтобы, ну... Не зацепила история Марвел, но ее нужно правильно смотреть. Все фильмы нужно смотреть в правильном порядке. Нельзя просто взять и посмотреть Капитана Америку, потому что, ну, это не то. Нужно посмотреть все правильно. Первый Железный Человек, второй Железный Человек, Мстители, третий. Ну, короче, это все должно быть понакатанный, постепенный. Тогда вы поймете, в чем суть, в чем сок этой вселенной. Напиши пост, в каком порядке смотреть. Реально. Да, я чувствую, Марвел. Так и сделаю. Но я это дело обожаю, и я воспользовалась моментом, пока Ася проявила интерес, и такая, да! Ухватила ее за глотку и сказала, мы смотрим Железного Человека. Вот. Видите, поэтому... как меня заставляют. Ой, я поверь, ты не пострадаешь от этого. Я себе снова нагрела покушать, и мы начинаем просмотр. Буду делать вам отчеты по состоянию Аси в течение просмотра. Я как человек, который пришел в кино и съедает попкорн раньше, чем начался фильм.
Посмотрите, как красиво за окном. Ага. Офигеть, такой закат тоже. Еще красивый. И дерево цветет. Просто вау. И вот там. Красиво. Мне нужен вердикт. Мне понравилось. Да. Я даже хочу посмотреть вторую часть. И третью, и Мстители. Поверь мне. А, может быть, может быть. Ох, Асе понравилось вот начало сейчас. Она даже не представляет, что ее ждет дальше. И сколько интересного всего еще впереди. Мне нравится просто Роберт Дауни-младший. Боже, как много у нас с тобой общего. Мне нравится этот костюм и этот юмор. Понимаешь? И вот, ну и как люди могут говорить, что они не любят Марвел? Не, ну на самом деле прикольно, я не знаю, что будет дальше, я не хочу очень загадывать, но первая часть мне очень дальше понравилась. Дальше будет тупо всё, дальше будет просто салат оливье какой-то, но он будет вкусный. Я не люблю оливье. Ну, тут с крабовыми палочками тогда. Какой ты там любишь салат, блин? Ну, тот, который ты на Новый год готовила. Тогда хорошо. Да. Я согласна, но там мало ингредиентов. Испортить все, готово. Ужас. Короче, завтра мы с Асей смотрим вторую часть Железного человека. Если не вырубят свет. Не вырубят, надеюсь. Я, если что, заряжу ноут, компьютер, телефон. И будет, что нам днем делать. Да. Все, ребят, я влог заканчиваю. Пойду сейчас умоюсь, помоюсь в душе наконец-то сегодня. И буду спать. Увидимся с вами уже завтра. Люблю вас, обнимаю. И всем пока. Если вы не смотрели еще ничего из Marvel, блин, да пожалуйста, посмотрите. Ну это же шикарно.